такое, да, девочка, ты такая. А? Это что за коробка такая? Ну-ка, привет. Привет. Давай, рассказывай, как дела твои? Как дела твои? Чего такое? Что такое? Ну, что такое? Чего там? Что происходит? Ой, прям подползает тогда, что погладили. Скажи, больно очень. Больно, моя хорошая. Анализы все сдали. Да, ждем результат. Кто там? Константин Станиславович пришел. Да. Ой, это солнце. Такая крохотулечка. Ой, ужас какой. Вот доктор про тебя рассказывает, что очень ласковая собака. Да? Ой, моя хорошая. Илюш, зайка, смотрите, как хвостиком виляет, да? Малышка, крошечка такая у нас. Да, моя девочка. Ой, какая сладкая девочка. Да, моя маленькая. Мы немножко улыбаемся. Что там у тебя? Минь. Миюша? Ой, ты красоточка. Красотка-то какая. Да, больно, но улыбаемся. Елена Михайловна обещает максимум 4 дня. Да? 3-4 дня. Да. Ну, наконец-то. Ой, ты моя красавица. Ты моя девочка. Ты моя птичка. Моя хорошая. Ну, мы ждем, Миюш. Мы все очень-очень ждем. Скажи, хорошо тебе тут, да? Моя девочка. Моя сладкая. Хорошо тебе. Да, скажи. Ой, ой. Наша. Миюш, давай уже. Посмотрите, какая трогательная собака. Да, да, всех любит. Правда, она хорошая? Очень хорошая. Все хорошо. Не снимается, да? Ну, страшно, они острые. Мы сейчас обычными ножницами режем. Ну, а как вам вот плечо вы посмотрели? Там вполне себе обломки неплохо зафиксированы, поэтому, учитывая то, что мы опираемся на эту ножку. Ну да, она, видите, как опирается, да. У нас Мия, это сама ребенок еще. Мы тут так в мячик с ней играем. Смотри, бери мячик с ними. Молодец, молодец. Дитё ты моё. Скажи, тут уже ещё дети какие. Давай, лови, лови мячик. Так, подожди. Давай, Милюша. Пойдём. Давай, Миля. О, лови. У-ху. Молодец. Молодец. Мики, дорожи. Упал мячик. Давай, давай, давай. Иди обратно на кого. Молодец. Тут малявочки. Он прям толкается. Такое броновское движение у нас тут идет. Сидим уже так понемножечку. Здрасте.
Мы тем молодец.